друзья, это канал «Геометрия» и я ее незаменимая ведущая Алиса Миронова. Сегодня мы с вами окунемся в мир красоты. Добро пожаловать на первый кастинг супермодного конкурса красоты «Miss Russian Miami 2014». Итак, поехали! Hold on, even just for a little bit. Девчонки, как вы считаете, самая красивая леди, звание которого является Miss Russia Miami 2014, какими качествами она должна обладать? Ну, красотой в первую очередь, добротой. Мне нравится очень эта девочка. Скажи, пожалуйста, какой у тебя рост? У меня рост 177 сантиметров. Добро пожаловать на конкурс, у тебя... Спасибо. Очень хороший рост, несмотря на то, что я вот такая вот маленькая. Вот посмотрите, на каких каблучищах я. Вот посмотрите, что, через что мне приходится проходить для того, чтобы быть вот такой красавицей. Ну что, я желаю тебе успеха. В общем, отдыхайте, развлекайтесь сегодня пул-пари. И всем вам хорошего, хорошего настроения. Вы просто не поверите, кто сейчас рядом со мной. Один из основателей и организаторов этого всего мероприятия. Скажите, пожалуйста, в чем разница между первым, самым первым конкурсом и этим конкурсом? Что будет? Может быть, какие-то новинки? Может быть, какие-то новые люди, новые лица? В этом году мы будем стараться сделать на более профессиональном международном уровне. Приходите, добро пожаловать. А это первый кастинг для нашего мероприятия. Абсолютные звезды на сегодняшнем нашем мероприятии. Добро пожаловать. Профессор Лебединский сегодня у нас в гостях. Ну, собственно говоря, с каким визитом прибыли к нам? Во-первых, не знаю, кто еще у кого в гостях, надо разобраться. Визита никакого нету, просто прогуливался рядом. Ну что же, ну достали, взяли за штаны, взяли за ворот, так сказать, неприлично все облили водой, оскорбили неприличными словами и сказали, будешь судьей. Скажи, пожалуйста, а каких девчонок предпочитаешь? Я предпочитаю таких женщин, которых не существует. Это и красивые, и умные, и талантливые, и тонко чувствующие, и чувственные. Welcome everyone, Geometra viewers. Welcome to our beautiful show. This is the first casting for 2014 Miss Russian Miami. It's just you in the fall, and I can't have it all. Don't try and confuse me. Digging a pose in the world with a panicky call. Ну, как настоящий ценитель женской красоты, скажи, пожалуйста, что для тебя важно? Внешность, умение, талант? Или все-таки девочка должна отличиться от обычных простых красавиц? Не, я думаю, должно все быть в сочетании. Должен быть талант, красота, умение и целеустремленность. It's completely different idea from what it was last year. We had amazing time at the last Miss Russia Miami. It was absolutely amazing, very well put together. And thanks to Andre Kopilov for inviting us again. And I think it's gonna just grow bigger and better from now on. I will be fighting September 6th in Jacksonville, Florida. Everybody should come out and support. And I know it's Andre's birthday, so. Yeah, first oh, happy really? Birthday. Yeah. Andre, happy birthday. Happy I know birthday. But everybody who ain't gonna be at Andre's party, you should be at my fight. September 6th in Jacksonville, Florida, and I'm fighting for HOS.
кастинг Miss Russian Miami уже позади. Оставайтесь на Geometry TV, и тогда вы будете в курсе всех новостей. С вами была Алиса Миронова. Пока-пока.